Так, сегодня у нас 16 июля 2024 года. Пришли долгожданные маточки. Вот линия B55. Это маточка, облетанная на изолированном облетнике. Красный маяк называется. Сергей Давыдов, матковод. Но мы сейчас еще материал от него ждем. Вот будем тестировать. Вот. Первоначально материал от доброго плотника, облетанный на материале от Михаила Гращенко. Ну вот, будем показывать, как подсаживаем. Сейчас еще материал едет. Заводчик, вот. Облетник КМК, красный маяк. Маточку сейчас будем подставлять в отводочек. Сделан 2 часа назад. Рамки с печатным расходом и две кормовые. Ну, даже можно сказать суши, потому что рамки с расходом. Но они сиротство уже почувствовали, я вижу. И уже маточку облепляют. Отцикрываем вот это вот отверстие одно и ставим. Думаю, через пару суток заглянем. Торопиться тут не стоит.